Рейнон. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Как всегда, с вами Турбоёжик и Сусанин. Здорово. Здорово, здорово. Ну что, играем мы в раз, и сегодня будем исследовать вот эту вот новую локацию, которую ввели совсем недавно. На ней еще нет текстур, так что пойдем как есть. Ни разу глаза еще не видел. Я тоже не видел, но я вижу аэр, и мне это нравится. Я тоже вижу, и здесь стоит, смотрите, как бы водонапорная башня или чуть такое вообще. Ну, либо водонапорная башня, либо какая-нибудь качалка из земли. Да. Смотрите, все белое. Текстур нету, на них еще не повесили текстурки, так все квадратное, все белое. Не отличается особым шармом. Ну ничего, мы побегаем, все-таки интересно посмотреть. Довольно-таки весомое обновление было. Не будешь смотреть аэр, не? А что там? Посмотрю, прикрой. Не так, что ли, разучился аэр смотреть. 50 металла, беру давай. Башка, Томпсон, кирка. Нахер мне кирка. Смотри, все-таки они действуют как артехи, вон стоит ящик. Да, да, сказали, что действуют как артехи, нельзя будет здесь построиться тоже. Что там есть что-нибудь? А, там 9 кусок. Ой, кусков. Слушай, дай, быстро не беги, потихоньку. А, слушай, смотри, вот здесь вот, может, какой-нибудь... куча, ты видишь кучу? Чувак валяется, смотри. Вижу. Нихера я его! Так, дай-ка я его это. По случаю. О! Спасибо тебе, Ёж. Чё такое? Пулемет мне подарил. Да ладно. Да? Слушай, у него есть патроны на обрез, я хочу с помпевиком побегать. На, держи, вот его. Давай. Патроны на обрез. А вот эта куча, наверное, здесь какая-нибудь щебенка валяется. Текстур еще нету. Очень интересно посмотреть. Если нам повезет, сейчас мы здесь и повоюем еще. Чувак лежит. Так, давай двигаться постепенно и все смотреть. Опа, кто? Твою мать, ты чё меня пугаешь? Ну грех из пулемета было не стрельнуть. Нахер ты вообще? Слушай, это какие-то электрогенераторы, да? Ну да, 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 это генераторы по-любому. Охрененно. Слушай, ну, наверное, здесь достаточно интересные бои будут идти. Смотри, смотри, наверху стол исследований стоит, вон видно его. А, вижу, да. Типа нам вроде РТХи, да? Ты там ведь нашел в ящике что-то. Вон, кстати, чувак спит, смотри. Нет, не вижу. Вижу. Давай, М249. А чё не дохнет? Ну-ка. Что, я не знаю, у меня сколько хитов, а он... Может, лагает парень? Кстати, да. Два раза с болта. Лёг бы уже. Хорош, не трать патронов. Вот он, стол исследования. У меня их немножко, так сказать, есть. Вот он. Что такое коричневые? Пол коричневый. Так, ты куда спустился, вниз? Да не, я тут бегаю за окном. Пошли дальше. Что, пошли? Слушай, это похоже, знаешь, на что? На железнодорожную станцию. Посмотри. Куда полез? Ну что, нет, там можно. Ты глянь, здесь вагоны стоят. Смотри, не свались, когда залезешь. А что, можно упасть? Можно вперед. Ух ты, твою мать! Проскочить не твою буду. Мать! Да! Отдохнуть. Ты глянь! Это место для самоубийц. Охрененно! Пускай, а это, наверное, кран, да? Который контейнер, тягает. Да, контейнеры. Контейнеры, это, которые выгружает. По рельсам, наверное. Вау, смотри, а ты посмотри, ты посмотри, да. Вниз глянь сюда. Есть спуск. Где? Ну вон по прямой смотри, вон там спуск. Лестница, видишь, вниз ведет по дереву. Вижу, это куда ведет она? Хрен его знает. Вот, посмотрите, здесь везде валяются вот эти вот штучки такие здоровые под названием... Как они называются? Какое название у них? Каких штучек? Контейнеры, что ли? Да, контейнеры. Забываю все время. Контейнеры. Вау. А когда вниз бежишь, короче, по лестнице с ускорением, такое чувство, как вот, знаешь, сейчас это вот световую скорость разовьёшь. А ты как спустился вниз, я что-то не пойму. А с другой стороны лестница есть. С какой же другой? Ну, мы с одной поднялись, там спать. Вот, перед тобою. А, как в нее? Да вот залезть. Так вот. Слезай. Прям прыгнуть в эту дырку? Да, чё, слезай. А, ага. Только что-то я очень медленно иду. А ты shift зажми и вниз смотри еще. Я смотрю shift. Вниз. Не очень что-то быстро. Пошли вот противоположное здание проверим, смотри. Погоди, я подвал хочу еще глянуть. А, ну тут ничего, по-моему. А там спуска нету вниз? Не, спуск-то есть. Там какая-то решетка, какой-то вход в канализацию, что ли. Что за хрень? Короче, если... Слушай, мы там сможем пройти.
Если, короче, я понимаю, если на меня нападут черепашки-ниндзя или на тебя, каждый сам за себя. Мы не жалкие букашки. На тебя... А кто долбанулся? Я? Это ты упал. Слушай, это КС. Смотри. Охренеть. КС-ка началась, блядь. Гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу. Хэтчет. Учитель Сплинтер дал уроки мастерства. Куда полез? Блин, тут, наверное, замесы злостные будут. Теперь мы знаем их как дважды два. Слушай, я фанат вообще Чебураторов. Да? Да у меня... Знаешь, сколько кассет было? Раньше. Аудио. Аудио, да. С песнями. А ты думаешь, откуда я знаю? Ну, я говорю, заучу. Мы не жалкие букашки. Супер ниндзя, черепашки. Да, олдскульные еще чебурашки ниндзя. Да, 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 да. О, блин, смотри, там машина стоит, там тачка где? Стоит. Вот там за окном. Слушай, у них тоже была тачка. Воу-воу-воу-воу. Это она и есть, это фургоны, это черепашки ниндзя, блин. Это веселый молочник. Ну-ка пошли посмотрим. Эйприл. Ты че там, блин? Самоубийца. Эйприл О'Нил? А где вход-то? Слышь, смотри, какая труба идет. Похож на здоровый бульбулятор. Я твою трубу шатал. Я твой трубу шатал. Я дом твоей трубы шаталь. И чё я не могу запрыгнуть? Слышь, похож на бычок. А нельзя на него запрыгнуть? А. Ну-ка, через меня. Я сел, где? Попробуй. Погоди, это какой-то этот... Веселый молочник. Дастри Сталинг. Не, нельзя запрыгнуть, не-не-не. Бесполезно. Там ящик стоит наверху, надо шмануть. Пошли чекнем. Обшмануть, блин. На-на-на-на-на-на-на. Ой, чуть не свалился. Хоп. Слушай, они довольно большую работу сделали, да? А что ты говоришь, текстур нет? Может, они такие будут, посмотри. Нет. Есть же какие-то... Не, земля понятно, но вот есть же какие-то отделения. Цвет окон, пола отличается. Ну, сказали, что он повесит на них потом текстуры. Просто на самом деле бригаду ребят вызовут, они обои поклеят. По всей бане. Бригаду гастарбайтеров, да? Да-да-да, они быстро все сделают. Начальника здесь какой цвет красик? Цвета серой неожиданности. Блин, слушай, здесь в натуре можно потеряться, если бегать по этим артехам. Я говорю, я первый раз вообще это вижу. Если я думаю, здесь будет радиация, интересно, как ее шмонать? Ты раз 15 умрешь, пока пробежишь все. Я поэтому решил заснять такую серию, побегать по этой новой локации. Я думаю, интересно будет подписчикам посмотреть. Слушай, на самом деле, я бы вот такую территорию одну огородил и сделал бы на ней Battlefield. Да, кстати, охрененно была карта, да? Да, бегаешь, че фигачишься на заводе. Причем, как я понял, завод ввели не один. Нет, их много. Охрененно смотрится. Слушай, а может быть там можно куда-нибудь проникнуть? Куда, блядь? Ну, в убежище черепашек ниндзя. В защищенные места не надо проникать. Почему? В труднодоступные места. Да-да-да. Если это неестественно, проникать туда не надо. Нет, вот отчистишь зубы в труднодоступных местах. А у меня в труднодоступных местах зубов нету, да? Блин, с лестницы нельзя стрелять, кстати. Ну-ка. Попробую. Охренеть, я, короче, снизу, вернее, сверху слазю, не смотрю вниз, такое ощущение, что я где-то на космодроме. Я тебе об этом и говорил. Не-а, нет. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Изи, изи, бой. Хорош, ты... 38 хп осталось. Блин, пулемет мощный, значит. Да охренеть, какой пулемет. Я его разок испытывал, ну просто охереть. Слышь, пошли попробуем забраться все-таки. Куда? В туннель. Так а мы там были? Да может там какой-нибудь... Ты как шматок чего-то падаешь. А я спустился, смотри, не шмякнулся. Ну ты по этой штуке прошелся? Ну вот. Теперь я смотри, точно КС-ка. Я с обрезом. Hold the fire. Stick together, team. Йоп. Йоп. А по трубам нельзя лазить? Вот по этой трубе, смотри. Здоровая какая. Опять ты там по моей трубе лезешь? Я твой дом труба шатали. О, тачка. Там даже никто не сопротивляется почему-то, потому что мы здесь бегаем, что хотим творим, и никто нам не пытается противодействовать. Народу никого нет. Не знаю, недавно только стреляли, было дофига. Ну, трубы бочка. Здоровые. Чё такое, бочка? С одного патрона, ага.
Ой-ой-ой-ой. Фрум-фрум. Не-а, никого. Stack together, team. Да-да-да-да-да. Слушай, что-то, блин... А, вот знаешь, какая это, что это за карта, блин? Ну? Это Train. Была такая в КС-ке, по-моему, Train называлась, не ошибаюсь. Капкан нашел, фрагмент еще, чертежа. Еще в 1.6 даже было. Охереть, я чертеж изучил. На капкан. На капкан? Да я уже кирку еще что-то изучил. Трейн, это где тоже стоят такие кони эти? Да-да-да, где бегаешь вдоль этих... Ну-ну-ну-ну-ну. Пончо. Ты что выкинул, пончо? Назад. Ну ничего, я тут набрал какой-то... Нефтепереработка, НПЗ или какая? Да-да-да. Зажечь. Что-то народу нету. Слышь, на эту херню можно залезть. На какую? Вот, на высокую башню. На эту качалку, но я подозревал. Я вообще вижу чью-то хату, потом надо будет зайти, может быть. Вот я залез сюда. Вау, высоко. Вот. Опа. Это не ты? Конечно, я. Если бы это был кто-то другой, я бы его уже убил. Так это звук у тебя, ты из калаша, да? Да. Слышь, залезь сюда, посмотри, как она смотрится сверху. Я лезу, лезу. Ты охренеешь просто. Ой, тут какой-то вход еще есть. О, ящик. Фрагменты. Собрать чертеж. Большой ящик изучил. Да, да я тоже собираю, у меня тоже много. О, посмотри, как смотрится сверху. А я знак изучил, очень полезная штука. Какой знак? Ну, который ставится направление. Апти, шприц изучил и, кстати, полезная штука, металлическое окно. Классная вещь. Вот смотри, когда отсюда вниз смотришь. Какая тема там, там дерево еще растет, вон смотри. Куда? Вон туда, когда пялишься. Ну? И что там? Блин, столкнуть тебе не удается, ебать. Вот ты жук, а? Я думал, помогу тебе спуститься. А как спускаться отсюда? Ну-ка, столкни меня. Толкай. Еще толкай. Нихера, тихо, не стреляй! Ты охерел, что ли? Я прям тебе в пах попал. 20 хп осталось. Нифига себе, пулемет со сотки, что ли? Да. Ни хрена он в яйцо бьет. Я сразу сказал. Спускаемся. Ой, нет, не упал. Это слушай, будет, я повис. Это будет яйца-дробилка, короче. Убери свой пукан от меня. Ты это не я, это не я. Это... Чё, лузер? Упал? Да поднимай меня скорее, давай. Сейчас спускаюсь. Своими маленькими ножками. Это моё теперь. Нахера? Мой пулемёт. На тверблюда. В новожопу, в спальнике. А у меня, кстати, здесь спальника нету, блин. Как нету? Я же не кидал, я же по тебе пришел-то сюда. Мне ж неоткуда бежать. О май гарибл. Давай. А я смогу здесь принять ТП вообще? Ну конечно, а чё, это РТХ обычно. Гибельная менюшка. Погоди. Ты просто ТП описать не умеешь, признайся. Все, принял, нет? Ну, вроде написали. Давай, на твоим трупом уже мухи кружатся. Слушай, на твоим, короче, через 3 секунды кружились. Я боюсь, на самом деле, это не связано с тем, что ты умер. И одна в дырку твою залезла. Это связано с тем, что ты и до смерти отлично вонял. Да-да-да-да-да. Это подстанники. Слушай, я думаю, вот в трубу можно залезть как-то. Какую трубу? Да вот, смотри, большие трубы. Похоже на самогонный аппарат. Ты видишь, блин? А, в эти? Это что, эти полностью КС-ка, что ли? Куда там залезть? А чё нет-то? Чё-то я подвис, пока пулемета доставал. А мы в то здание забегали? Нет? Большое? Вон нет, что? В большом не были. Пошли, гоняем. Сейчас. Ты чё, на этом деле сразу и упал? Я чуть не закончил. Это чё было такое? Это был геройский чих. Один раз писали, Сусанин говорит, семечко грызет. Так, они не ошибались, они точно знали это. Холмс, мне кажется, они за нами следят. Элементарно.
Я ты спидхак что ли включил? Пролетел только так сейчас. У меня просто маленькие ножки, но я им быстро перебираю. Слушай, а мы здесь были. Там веселый, там веселый молодчик живет. Господи, не стреляй! Да куда ты? Твою ж за ногу. Я ж тебя просил не стрелять. Да я стреляю вверх в стенку, сзади меня спином стоял. Ты меня убил. Здесь... Да я как ты нахер здесь оказался? Улетел, морква. Да, я вижу. Осторожно, здесь Тойота ездит. Сама Тойота. Ну это еще за зернохранилище, посмотри. Это не зернохранилище, это скорее всего какой-нибудь нефтеперегонный завод тоже был. А это, наверное, эти как, о, блин, баки, куда нефть сливалась. А может это, короче, строительство Южного потока. Заморожили. Заморожили, да? Турция, смотри, песок, что, Турция точно. Грибы, блин. А почему, короче, если есть радиоактивные артехи, да, где радиация, и есть животные, почему нет радиоактивных животных? Но они должны же мутировать, блин. Ну, тогда зомби будут. Зомби-то к чему? Все люди сразу дохнут, они долго не живут. А вот животные, которые ты забегаешь на артеху, прикинь, на тебя какой-нибудь там трехголовый пес напрыгивает, Цербер, блин. Кота-пес. А в воду прыгаешь, тебя губка Боб на дно тащит. Так, смотри, здесь еще это стоит вот, нефтекача. Слушай, их уже убрали. Кого? Нефтекачалку. Так ты, может, ее запустить не можешь здесь. Как не могу? Открыть могу. А, ну может она будет чисто здесь, ты ее... О, незарыженная хата. Где? Вот. Не вижу тебя. Да вот я, вот здесь. Вижу. А что, есть у тебя чем рядить? Так сейчас бум пропишем, да, скроем. А нас уже откатились бумы по-любому. Фундамент целый, все. Тут кто-то живет. И с этим надо что-то делать. Че ты покидал? Калаш выкинул? Это не калаш. А че это? Это дробаш вроде. Это калаш вообще-то. Ты его выкинул. Да у меня есть калаши. У меня нету. Слышь? А, блин. Думал, замка нету. Замок есть. И это есть. Погоди, сейчас посмотрим, кстати, сколько сиха домашних. Одну кинул? Ага. Смотрим, сколько задамажит. Раньше 3 надо было. Половина осталась. Да, меньше половины. Меньше половины. 500 хп практически снесло. Стреляй. Ща, ищу базуку. Построился он возле этого. Возле артехи. Да. Ну, слушай, это, наверное, даже не артеха, как ее назвать-то? Завода мама. Ма. Завода мама. 136. Это вообще не снимает ничего. Нет, не хватит у тебя. Да зато они есть. О, добывай вон, камень. Камень? Отлично. Да. 66 хп. Сколько? 66. Сейчас, погоди, отойди от нее. Давай. Все помнят этот Терминатор и прочие фильмы. Только там был крутящийся. Готово. Вошли. Хера ты крут. Опа, ящички стоят. О. Тело где? Тела нету. Рецепт птички, смотри, блин. Так, ресы нашел. 127 тысяч камня. Да ладно. Да, мы тут можем построить, короче. О, рецепт на печку, у меня нету. У меня тоже нету, я ей просто оставлю тебе. Хозяина дома нету. Вот немножко ресурса есть у него здесь. Смотри, что в печках. О, смотри, блин, в печках 10 тонн этого угля, 4 тонны сульфы переплавленной. Я не вижу, погоди. О, нифига себе. Нормально. Парень беспалевно живет с одной дверью, короче, здесь. Видите, никто не ходит. А, и, кстати, вот мы говорим бум-бум. Типа, кит здесь один есть на бум, он дается раз... Не знаю, часов, не знаю, на 8, наверное.
Так что он жесткий, в общем, и сервак тоже жесткий. Так что эти ресы это эту груда, которую мы нашли здесь. Это нормально. Опа. Тихо. Кто? Не знаю. Как так? Как сквозь текстуры-то? Не знаю, по тебе попали? Попали. Я с дробашом. Я не знаю как. Может админ? Не вижу никого. Не слышу никого. Вы меня точно попали, точно стреляли, ты слышал? Да. Вон он, идет! Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон, 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 вон. Где? Стой, 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 стой! Заходит с этого. Внизу, да, с двери заходит. Стой, не ходи. С двери. Никого не вижу. Он, вон он, вон он! Вон он, я в него попал. Все. Что за чертиво? Нахера ты его? Это Хью! Тихо! О! Уходи, 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 уходи! Что за хрень? У них что здесь это? Квановое лесбище, что ли? Вон он, вон он! Откуда они здесь взялись? Может, не спальник там у Хью? Может быть. Он там за камнем сидел. Слушай, если бы забрать? По-моему, он тоже упал, не? Не, по-моему, не упал. А ты меня добил, зачем? Я не знаю, я думал, это он. Не, он за камнем был. Я не знаю, свалил я его или не свалил. Ну тебя нахер, я лучше ресы заберу и свалю отсюда. Я сейчас успею на тебя ТПшницу прекрати, если что. Давай. Вон он, я его вижу. Написал. Погоди. Сейчас. Он, падла, за это и спрятался. Ну, вон он. У него... Знаешь, он тебя не убил, значит там как-то ТПшится. Он живой. Вон он. А я смогу принять ТП здесь? Ну, сможешь, конечно, 5 секунд жить. Телепорт. Сейчас. ТП. Билдинг блок. А чё там? Бля, здесь шкаф стоит. Давай еще. Ага, уже. ТП. Взял. О, есть, я уже Томпсон зарядил. Давай. Лечу. Вон он. Не чё, понял. Там же? Да там, да. Я вышел, иду к нему. Был там, возле трупака. Он, походу, улетел. Потому что я в него стрельнул, он исчез. Вон твой пулемет валяется. Всё, посмотрю, погоди. Короче, забираю ресы. Да, никого нету. Он улетел, наверное. Но обещал вернуться. Ну нахер, блин. Он меня даже не полутал. Нахер ты ему нужен? Они тут ресов не полутали. Да забирай основные ресы и валим. Я забираю все. Да-да-да. Им же не оставлю, правильно? Патронов до хера. Опа, это ты? Я-я-я. Камень. Жрачка не нужна, сульфа он есть. Ты бежишь? Да-да-да, я подбегаю. Блутай, это у меня места нету. Сейчас, еще погоди, я г всякое скину. Ресов нормальных дохера. Ну что тогда, закончим, у нас был такой обзорчик вот этой вот базы. Как ее назвать? Новая локация. Где обитают черепашки-ниндзя. И бомжи с автоматами. И бичи, да, которые бегают, поджимают нас. Так, пока на этом все. С вами был Турбьёшка Сусанин. Пока. Стараемся для вас. Придумываю каждый раз что-то новенькое. Да, кстати, лайки не забывайте ставить. И поддерживать, как всегда, наши ролики. С вами был Турбьёшка Сусанин. Пока.